Здравствуйте. Мы рады приветствовать всех, кто нашел сегодня время в такую дождливую погоду выбраться в Средневековье. Итак, напомню, для чего мы здесь и вы все сегодня здесь собрались. Итак, сегодня третий поединок турнира авторской песни «Рыцари, гитары и пера». Сегодня у нас состязаются две команды. Это представители «Белой розы», клуб любителей авторской песни «Меридиан». Поприветствуйте их. И представители «Красной розы», творческий клуб «Музыкальная среда». Поприветствуйте их, пожалуйста. Ну а сейчас я приглашаю эти две команды на сцену. Итак, пожалуйста, орден «Красная роза», прошу вас. Ну и следом орден «Белая роза». Аплодисменты бурные, давно такого не было. Последний поединок был 1 октября у нас. Итак, друзья, по старой доброй традиции, так повелось в Средневековье, две команды приветствовали друг друга следующими словами. Они говорили друг другу: «Приветствуем доблестных рыцарей из ордена», ну и называли соответствующий орден. Вот сейчас мы попросим представителей ордена «Красной розы» поприветствовать клуб «Меридиан». Итак, пожалуйста. «Приветствуем доблестных рыцарей Белой розы». Так, ну по-моему не стройно, да? Зато от души. Правильно, давайте еще раз попробуем. Итак, нужно сказать: «Приветствуем доблестных рыцарей из ордена Меридиан». Конечно. Итак, готовы? Поехали. «Приветствуем доблестных рыцарей из ордена Меридиан». Но это же другое дело, согласитесь. Ну, вы все слышали. Ваша очередь. «Приветствуем доблестных рыцарей из ордена «Музыкальная среда»!» Замечательно, друзья! Ну а сейчас я попрошу участников состязания отправиться на свои места к своим гитарам, а представителей команд остаться здесь. Итак, пожалуйста. Чтобы я вас не загораживал. О, вы видели, что творится сейчас здесь? Я уже затаял, может, еще. Итак, друзья, судьи у нас нашего турнира – это вы, уважаемые зрители. Совершенно случайным образом сейчас вот по очереди будут вытягивать две бумажки. Пожалуйста, вытягивайте, кто первый. Две бумажки вытягивайте. Значит, малая цифра – это у нас будет ряд, большая цифра – это у нас будет место. Так, что там у нас? 12. Итак, седьмой ряд, 12 место. Пожалуйста, есть у нас? Раз, два, три, четыре, пять. У стенки. 12 место. Ага, все, отлично, спасибо. Наша помощница, она знает все ряды и все места здесь наизусть, поэтому она безошибочно определяет. Итак, Вадим. 7-5. Итак, пятый ряд, седьмое место. Пятый ряд, седьмое место. Можете дальше вытягивать. Итак, третий ряд, восьмое место. Третий ряд, восьмое место. Так. Ага, отлично. Третий ряд, двенадцатое место. О, отлично. Пока скажу, те, кому достались флажки, до конца турнира никуда не уходят. Опа, пятый ряд, шестое место. Пятый ряд, шестое место. 8-10. Так, пятый ряд, шестое место. Ага. И теперь восьмой ряд, десятое место. Это как раз у стеночки. Так.
Четвертый ряд, 14 место. Так, есть. Четвертый ряд, 9 место. Так, так. Ага. Есть еще плашки? А, еще. Свет, ты по два флажка раздаешь? Да, да, да. Все. Шестой ряд, 12 место. Шестой ряд, 12 место. Ну, судьба, судьба. А вы в следующий раз сядьте туда. Есть? Четвертый ряд, 11 место. Оператор у нас лицо заинтересованное, поэтому давайте мы передадим кому-нибудь дальше. Давайте тогда сделаем так. Вот женщина, она очень переживала, что она сидит на втором ряду, но никак ей вот флажки не достаются. Давайте, вы согласны, друзья? Согласны. Отлично. Седьмой ряд есть, но... Все, флажки. К сожалению, на этом флажки закончились. Итак, проходите, пожалуйста, свои места к своим командам. А я пока вы готовитесь, я сейчас объясню, что нашим уважаемым жюри делать с этими флажками. Итак, друзья, вот вы получили флажки, один белый, другой красный. Вы видите, да, что они разного цвета. Вот, значит, белый флажок соответствует представителям ордена Белой Розы, то есть... клубу любителей авторской песни «Меридиан», а красный флажок соответствует представителям «Красной розы», то есть творческому клубу «Музыкальная среда». Так вот, сейчас будет происходить поочередные состязания. После этого будет объявляться голосование вашего, ну, уважаемого жюри, народное голосование. Значит, та команда, которая вам больше понравилась, за ту и поднимайте свой флажок. Понятно? Потом у нас есть счетная комиссия, которую я в дальнейшем представлю. Они будут все складывать и в итоге объявят свой вердикт в конце. Ну а сейчас... А, самое главное забыл. Можно попросить еще представителей клубов на сцену. Сейчас нужно же, чтобы судьба определила, кто будет первый, кто второй. Первый, считайте. Да. Приглашаю на эту сцену для первого состязания. Первым у нас состязанием будет состязание рыцарских девизов представителей «Красной Розы». Это творческий клуб «Музыкальная среда». Под ваши бурные аплодисменты. Прошу. Получается,
Посередине осени свои дела мы бросили, Восток же дело новое, и тут уж не доделал. С последними лишь точками над ним расставим точки мы, пусть каждому достанется, насколько он здесь пел. Микрофон опять на сцене приглашает к перемене, новых песен ждет и новых голосов. Для него всегда награда, если зрителям отрада, так давайте снова петь в конце концов. Снемся голосами, небесами, полюсами, распугаем всех окрестных голубей. Будем петь с меридианом, пока зритель не устанет, пока зритель нам не скажет, кто милей. Посередине осени вам теплоты подбросим мы, пусть каждый, кто нас слушает, согреется душой. И встречи по-восточному сердца заденут строчкою, мелодией хорошею, гитарною струной. Микрофон опять на сцене приглашает перемене, новых песен ждет и новых голосов. Сашка, или мой гитару возьму?
Федорова и Владимира Ильина. Которых здесь, к сожалению, нет. Соответствующего цвета. Напоминаю, что ордены белая роза, то есть белый флажок, это клуб Меридиан. Орден красная роза, то есть красный флажок, это музыкальная среда. Прошу, поднимайте ваши флажки. Поднимите флажок, чтобы красным цветам было здесь красным.
5 белых, 5 красных, да? Итак, ну, а сейчас я представлю нашу уважаемую счетную комиссию. Итак, председатель счетной комиссии, популярный эксперт в области авторской песни Лариса Румянцева, прошу. И не менее популярный инженер авторской песни Виктория Котелевская. Пожалуйста, прошу вас. Но сейчас, друзья мои, наступает состязание авторов, полных авторов, то есть авторов и музыки, и стихов. Состязание называется «Состязание рыцарей высокого идеала». И сейчас я приглашаю на эту сцену представителя клуба «Музыкальная среда» Сергея Никитина. Прошу, под ваши горные аплодисменты. Микрофон совсем устал. Жены и собаки. Мой приятель как развелся, так собакой обзавелся. Я на днях его красавца вместе с псиной повстречал и ужасно удивился, как же он переменился. Я его таким счастливым до развода не видал. Он опустился в объяснение, говорит, что нет сомнения, что жена против собаки и в сравнение не идет, что с собакой не скучно, что она всегда послушна, туалет не занимает, не ворчит и не орет. Стало все милей и проще, не приедет в гости теща, ведь родители собаки не приедут погостить, и твою собаку вряд ли уведет какой-то дядя. А как славно, что собаки не умеют говорить, ведь она не смотрит грозно, если ты явился поздно. Обрадуется очень, даже если сильно пьян, и совсем не будет против, коль уставшим на работе ты завалишься в ботинках прямо в куртке на диван. Не посмотрит сущим бесом, а посмотрит с интересом, если вдруг чужой дамой будет пахнуть от тебя. И нисколько не в обиде, если ты в нетрезвом виде назовешь чужою кличкой по загривку теребя. Ей приятней нет заботы, чем поехать на охоту. Круглосуточно готова ехать в лес, как пионер. Будет рада ехать лапа прям в багажнике пикапа, не ворча при том на печку или кондиционер. Ну а если загуляет, да детишек нарожает, продаешь детей спокойно прямо через интернет. Ни колясок, ни пеленок, ни висящих распашонок, только новые владельцы с благодарностью в ответ. Приходи домой с друзьями или с новыми щенками, закидай весь пол вещами и балкон не закрывай, и собака будет рада, для нее твой дом отрада. Вот такой вот настоящий бытовой семейный рай. Я пришел домой в смущении и в глубоком размышлении, и услышал голос кухни: «Ты картошку-то принес? Через час приедет мама, а не убрана пижама, и три дня стоит, мешает в коридоре пылесос». И я вышел за картошкой, а навстречу по дорожке попадались чьи-то жены, а я друга вспоминал. Он теперь любому браку предпочтет свою собаку. Ну а я женатый, но пока не осознал. Сейчас мне немножко помогут. Да, скажем, что помогать по условиям турнира разрешается. Поэтому, чтобы для вас это не было сюрпризом. Это владелец собак?
благодарны. На речке. Ранние пташки над речкой порхают, как хорошо на рыбалке с утра. Мой поплавок не дрожит, не кивает, знать, червячка поменять бы пора. Лучик солнечный, ласковый, желтый, как под ним благородна сосна. Вдруг доносится мне: да пошел ты! И опять над рекой тишина. Снова сижу, наслаждаюсь природой. Свежий червяк задремал на крючке. Как безмятежно в такую погоду здесь медитировать на бережке. Медитируют даже москиты и не смеют так рано кусать. Вдруг я слышу опять: да иди ты! И опять никого не видать. Тут заплескалась водичка немножко. Глядь, мужичок на лодчонке плывет, а вместо весел в руках держит ложки и так отчаянно ими гребет. Не сдержался я, всласть улыбнулся, говорю: ты б еще вилки взял. Ну а он даже не повернулся. Да пошел ты! Ответ закричал. Мы, наверное, остались с ним квиты. Он уплыл, покачав головой, и все так же: пошел ты, иди ты! Доносилось над тихой рекой. Сергей Никитин. Ну а сейчас я приглашаю второго представителя Ордена Красной Розы, то бишь клуба «Музыкальная среда», Елена Кострова, прошу. Тогда, что было Бог.
мужчину. Сможет и она стать такой же земной. И когда в труде он познает все таинства, сможет сердцем слышать, где родник, где руда. Пусть построит дом на реке гидростанцию, я смогу зажечь свет в его города. Я смогу зажечь свет в его города. Трогнет мое сердце любовью разбужена, и с рекой своей я расстаться смогу. Смотрела на звезды клубов глазами бездомными. Всякий вечер меня окутал слепыми ладонями. Будет воздухом капли крови с пальцев моих лизать. Но что касается прошлого, мне не стыдно смотреть назад. Я за самое дорогое боролась с любой ценой. Забывала о сне и боли, но я проиграла бой. Ничего, что открыты раны, я дальше идти смогу. Я слышу голос реки, пора мне быть на том берегу. Время медленно душу лечит, растворяясь в пыли дорожной. Мое хрупкое счастье сможет прорасти. Вот и ты долгожданной встречи, одинокий впереди заката. Ты моя золотая карта на пути. То, что было когда-то домом, готовым меня согреть, стало серым и незнакомым, чего мне еще хотеть. Пусть песок забивает ворот и ноги сечет трава, мне никогда не найти опоры сильнее, чем твои слова. Ветер волосы расплетает, выдувая печаль из тела. Раньше я так боялась сделать новый шаг. Поиграй мне на флейте, странник, пусть мелодия засияет. Я с тобой почему-то знаю, как дышать. Итак,
Итак, сейчас я приглашаю на эту сцену представителей ордена Белые Розы Меридиан Сергея Филиппова. Продолжаются состязания рыцарей высокого идеала, то есть полных авторов. Прошу. Ну не таких, что полных. Автобиография. Я родился в застойные годы за шпаной Васильевской рос. Мне плевать на капризы погоды, зной не жжет, не моросит мороз. Там на детской на улице дрался, по стеклянному рынку бродил. Там однажды ментам я попался, чуть в колонию не угодил. Прожигал жизнь в ужасных запоях и в глаза своей смерти глядел. Те веселые годы застоя я всегда оставался у дел. Медиками набиты карманы, сигареты припухшие в губах. Мы небесно не жаждали манны, ибо в боях не жалели румах. Наш учитель признался однажды, что от нас бесконечно устал. И просить нас не стоило дважды раскурочить его пьедестал. Разлетели застой осколки, кто на флот, кто в тюрьму, кто в кабак. Разбрелись одинокие волки, и теперь не собрать их никак. Как хотелось бы снова мальчишек отыскать и от сердца обнять. И я сопливых не жаловал книжек, но сумел наконец-то понять. Ленька, Борька, Серега и Галка, вы милее мне тысячи крат. Нашептала мне счастье гадалка, и за ним я иду наугад. Ленька, Борька, Серега и Галка, вы милее мне в тысячи крат. Нагадала мне счастье гадалка, и за ним я бреду наугад. Танец на облаках. Глаза
дарил мне свет. Может быть, осень твой принесет ответ. Танец на облаках вдвоем трещется луч в руках моем. Может, в последний раз балует осень нас солнечным проливным дождем. Может, в последний раз балует осень нас солнечным проливным дождем. Следующий рыцарь высокого идеала Павел Сыч, под ваши бурные аплодисменты. Еще раз здравствуйте. Неловкое чувство сражаться против дам. Настоящие рыцари дамам должны сразу сдаваться. А тут получается. Я же говорю, неловкое чувство. Первая песня. Слышно вообще, да? Да. Первая песня называется «Взгляд женщины». Взгляд этой женщины шептал мне: движением гипнотического танца двух палочек, зажатых между пальцев, берущих с блюда золотистый рис. Нехитрый, впрочем, фокус у китайцев, нехитрый, впрочем, фокус. Взгляд женщин печальнее от того, что между слов сдавило мое сердце, как между палок рисовое тельце, веряя право погубить его, чтоб не искал любви. Взгляд этой женщины кричал мне вслед: постой, ты улетаешь, трусость, не порок ли мой самолет, как белый иероглиф, со смыслом ясным только ей одной. Взревел протяжно, будто бы от боли взревел протяжно. Взгляд женщины с опаской проводил огромный лайнер в небо над Пекином, в небеса гоним он, как будто взглядом он храним в пути любви и смерти. Нет для пилигрима.
кружку насыпав зеленого чая, сверху добавив горячей воды, я по чаинкам гадаю, узнаю, что в этом городе делаешь ты, если мои сновидения так просто. Ты проникай, изводишь меня. Может быть, ты задаешься вопросом, что в этом городе делаю я? В плавном кружении листьями чая, листья осенние обозначая, кружится осень в треснувшей кружке, будто бы вовсе нету разлуки, будто бы мы вечным танцем по кругу обозначаем движение друг к другу. Листья танцуют по краю, по краю. Чай заварился и даже остыл. Может быть, я никогда не узнаю, что в этом городе делаешь ты. Может быть, все это сон, наваждение. Все возвратится на круги своя. Встретимся мы по закону кружения. Ты моя осень, наш город и я. Спасибо. Павел Сыч. Песня делает. Вот у нас палата лордов появилась, пожалуйста. Итак, друзья, закончилось состязание рыцарей высокого идеала, то есть полных и, как меня поправили, стройных авторов. Я прошу, уважаемое народное жюри, поднять флажки соответствующего цвета. Напоминаю, белая роза – это клуб «Меридиан», красная роза – это клуб «Музыкальная среда». Пожалуйста, флажки вверх. Шесть белых, четыре красных, правильно? Да. Аплодисменты. Вкратце скажу, тем более, что сейчас это имеет смысл, потому что сегодня очень много народу, и мы рады всех вас видеть здесь. Я скажу следующее. Значит, голосование у нас происходит следующим образом. Вот вы голосуете, а ваши голоса, очки, когда идет состязание авторов, умножается на 3. Потому что автор – это не только автор стихов, но автор музыки, плюс еще исполнитель. Когда происходит выступление композиторов, то ваши голоса умножаются на 2. Потому что композитор – это тоже автор, но только музыки и исполнитель. Ну, а все остальное, как вы проголосовали, так и учитывается. Поэтому, чтобы у вас не возникало никаких вопросов, недоумений в конце, когда объявят вердикт, вы можете сказать, как так, Ну, а сейчас, по традиции, уже сложившейся на протяжении 2 поединков, и вот третий, я продолжаю вас выводить из заблуждения и вводить в историю. Итак, сегодня я вам расскажу, кто такие труверы были у нас. Итак, труверы – это авторы-исполнители, средневековые поэты и певцы, жившие в середине Франции, на севере Франции, с середины 12 века до конца 13-го. Труверы также писали повести, куртуазные романы, лирические стихи. Искусство труверов, близкое народу, отражало влияние трубадуров, но было более рассудочным. Слово «трувер» с французского означает «находить, придумывать». В более узком смысле это слово означает «подражателей техники и стиля трубадуров». Также труверами можно назвать тех, кто совершенствовал придворную поэзию. Итак, ну вот такая история. Ну а сейчас мы продолжаем, и следующее состязание у нас – это состязание рыцарей светлой гармонии, то есть композиторов. Итак, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на эту сцену представителя ордена «Красная роза», то есть клуба «Музыкальная среда», Елену Максимову, пожалуйста. Какой-то
болезненный скрипичный ключ. Вылез куда-то. А пока они готовятся, можно еще раз поаплодировать, потому что вообще... Можно аплодировать вдвойне всем нашим рыцарицам. У нас есть рыцари, есть рыцарицы. Поэтому, когда выходит очередная рыцарица, в данном случае Елена, можно аплодисменты продолжать. Дети, состязание у нас, конечно, очень оригинальное, потому что, ну, очень отлично, просто оригинальное. Потому что очень сложно было бы сказать, что лучше, сыр или шоколад, велосипед или фотоаппарат. Поэтому судим сложно, я понимаю. Тем не менее, клубы призвали нас под свои знамена, мы здесь. Итак, первая песня. На стихи Андрея Когана. Всесезонный вальс. Фонит? Чуть-чуть. Дело в том, что, ну, видите, автор-мужчина. Поближе? Автор-мужчина. Поэтому там есть строчки, которые ко мне точно не относятся. Вы ее сразу узнаете, эту строчку. Итак, всесезонный вальс. Андрей Коган. Стихи. Не сменит ли пластинку прописку, прикид и пропитую напрочь печенку, разорвав танцевальные эти круги. Третий век на бульваре пустом, где маячит в пространстве февральской бурги силуэт, различимый нечетко. Это ветер привычную сказку плетет ни зачем, ни тогда, ни о том. Ни зачем, ни тогда, ни о том. Фотошоп ночное, атмосферы земное, это бред малахольного марта, это робот, заправленный в трубы реки, что придет предугаданный срок, и на мокром асфальте проступят штрихи фантастической контурной карты. И упрямый апрель нас поймает с тобой перекрестие встреченных дорог. Перекрестие встречных дорог. И на пару задышливых гулких минут мы поверим, что время бессильно, и по новой затеем смешную игру под внезапным июльским дождем. Вот прервался бульвар и встает на углу кинотеатр повторного фильма, где ночной Москвой по пустой мостовой мы с тобой на экране идем. Мы с тобой на экране идем. Все равно бы нас не понял, не пожалел и не простил.
то он все равно бы нас не понял. Ну а сейчас, молодцы, правильно сделали, вот я как сказал, вдвойне хлопать, так? Отлично, продолжай в том же духе. Итак, а сейчас я приглашаю на эту сцену второго представителя клуба «Музыкальная среда» Эрика Асташева. Прошу под ваши бурные аплодисменты. Спою две песни на стихи моего друга и тезки Эрика Асланянца. Первая называется «Книга судеб». Замирая много сотен тысяч лет, книга пишется людская, книга жизнь и судеб. И рука свободно водит легким ветреным пером, беспристрастно судьбы сводит и разводит их потом, и заносит аккуратно в книгу даты и имена. Как все просто и понятно, у судеб своя цена. А ведь там живые люди, а не строчки на листе. Что же с ними завтра будет, что изменится в судьбе? Ах, как хочется разочек в эту книгу заглянуть, прочесть хоть пару строчек и где надо повернуть. Как видимо прекрасно писать среди звезд, каждому ваниду свою, накаляя страсти из радости и слез, продолжая жизнь игру. Дороги выбирают люди сами для себя, неизвестности видает наша легкость бытия, а небесный пыль тихо наблюдает и не спит, и листывает книгу, и перо скрипит, скрипит. Поможет сыграть Вадим Елисеев. Называется она так. Песня «Гребца на галерах». Thank you.
Песни гребца на галерах. Тысячи лет до нашей эры. Всеми успеть, много нас в этом потном аду. Трём скрипучий наш дом, где команда как плеть, весла на воду. Берег мой далеко, может, не доплыву, но богами клянусь, не печалюсь я. Заметит никто, все исчезло в войну, только пепел кружит над пожарищем и качается мир. Так движению весла равнодушен и пьян, как моряк в порту. И реальности нет, лишь команда одна, весла на воду. Весла на воду. Сжимаю весло, я корабль волоку, разрывая тугую морскую плоть. Здесь мое ремесло, здесь мой якорь в порту. Я плыву, я живу, всем богам назло. И хоть разум мой тверд, все же верю с трудом в то, что как одержимый я жду, когда солнце взойдет, прозвучит словно гром, весла на воду. Приглашаю представителя ордена Белой Розы, рыцарицу светлой гармонии Наталью Гудкову-Сарпову под вашим громким аплодисментом. Мне, собственно, сказали, что будем сражаться.
А мне кажется, что просто замечательный концерт сегодня. И нам приятно друг друга послушать, правда? И это, наверное, самое важное, что мы можем встретиться еще дополнительно, помимо каких-то своих концертов, своих планов. Такие вот совместные вечера, они нас объединяют. И дай Бог, чтобы это продолжалось. Спасибо. Вот, а я первую песню спою на стихи, которые совместно написали мы с Ольгой Пенигиной, и я в дальнейшем положила их на музыку. Кочевник.
Представитель ордена Белой Розы, рыцарица Светлана Ветрова. Под ваши бурные аплодисменты. В этом случае мы просто действительно очень много поем вместе, уже, в общем, часто помогаем друг другу. Вот и в этой ситуации я тоже попрошу Наташеньку мне помочь. Это песня на стихи Анны Ильиничны Шумской. Тебе свои дела, у меня свои. Закусивши у дела, время вскачь и не выиграть у жизни пари. Хоть на звонкий смех поставь, хоть на плач, и не выиграть у жизни пари. Хоть на звонкий смех поставь, хоть на плач. Разноцветие осенней листвы, тихой грустью в летний поздний пейзаж. Сколько лет мы все на вы, да на вы. Старой лестницей на верхний этаж. Сколько лет мы все на вы, да на вы. Старой лестницей на верхний этаж. Ну а что нам стоит руки в разлет, да глаза в глаза из крыши в полет, нас обнимет глубиной бирюза, встречный ветер шепот наш разберет, нас обнимет глубиной бирюза, встречный ветер шепот наш разберет, но. У тебя свои дела, у меня свои. Да фантазии на кухне скулёшь. Сколько лет мы всё на вы, да на вы. И на ты уже не перейдёшь.
сколько лет мы все на вы, да на вы, и на ты уже не перейдешь. Волшебные песни, что можно сейчас же вот оказаться на солнце, на море. Вот хочется, чтобы вы вместе со мной... Слышно теперь? Да не слышно, была гитара, да? А? Гитара на задних рядах слышно? Песня на стихи Леси Украинки. В час полдневный, в час горячий, тихо выглянул в оконце. Ясно небо, ясно море, ясны тучи, ясно солнце. Тихо море незаметно, набегут и схлынут волны. Стихло все и белый парус, не колышет ветер вольный. Тихо море незаметно, набегут и схлынут волны. Стихло все и белый парус, не колышет ветер вольный. Только волны с тихим плеском тихий берег омывают. Кто-то лодкой тихо правит, море лодочку качает. Кто-то лодочкою правит, тихо весла подымает. Так и кажется, что с весел капли золота стекают. Кто-то лодочкой управит, тихо весла подымает. Так и кажется, что с весел тихо волосы стекают. Я плыла неторопливо по дорожке этой милой на воде. Ее должно быть солнце утром расстелило. Я плыла б неторопливо, что мне ветры хлестали в том краю, где вечно солнце. Я об них не вспоминала. Я плыла б неторопливо, что мне ветры хлестали в том краю, где вечно солнце, я об них не вспоминал. Светлана Ветрова! Итак, закончено состязание рыцарей светлой гармонии, то есть композиторов. Напоминаю, что первыми выступали клуб «Музыкальная среда», это представители ордена «Красная роза», «Красный флажок». Вторыми клуб «Меридиан», представители «Белой розы», «Белый флажок». Уважаемое народное жюри, пожалуйста, поднимите ваши флажки вверх. Четыре красных, шесть белых, верно? Ну что ж, поаплодируйте команду. Итак, ну что ж, вот я вам рассказал про труверов. А сейчас я бы хотел представить стихотворение Ричарда I «Львиное сердце», который являлся трувером как раз. Годы его жизни 1157-1199. Это король Англии. Также был графом Пуатье и герцогом Аквитанским, поэтому свои стихи он писал на провансальском языке. В качестве английского короля и герцога... Так, это у нас там Ричард, по-моему, уже появился. Уважаемые слушатели, которые смотрят там... Ага, это вторая палата лордов сейчас появится.
Вот он. Под ваши бурные аплодисменты. Надо, чтобы все это было красиво. Вы только артистам не мешайте выходить, ладно? Вы знаете, в средневековье все так примерно и происходило. То есть артисты выступали, кто-то приносил дополнительные кресла, лавочки, кто-то входил, кто-то... Да, кто-то спиртные напитки распивал. То есть полное погружение в средневековье. Итак, друзья мои, может быть, вы сядете, потом продолжите выяснять, как у кого дела. Я понимаю, давно не виделись. Так, ну давайте, значит, продолжим. Значит, Ричард «Львиное сердце» писал как на провансальском языке, так и на нормандском. Вот, превосходно, к тому же, знал французский язык. Ричард «Львиное сердце» поддерживал связь со многими поэтами, как на юге Франции, так и на севере. И вот сейчас стихотворение Ричарда «Львиное сердце». Конечно, оно без рифма, потому что подстрочный перевод, но послушайте хотя бы его смысл. Никакой заключенный не может выразить свою мысль просто. У них всегда получается печально. Но чтобы утешиться, он может сочинять песни. У меня много друзей, но им должно быть стыдно, что я уже 2 года пленник. Хорошо знают мои подданные бароны из Англии, Нормандии, Пуату и Гасконь, что у меня не было такого бедного друга, которого я бросил бы несправедливо в тюрьме. Я не говорю это, чтобы упрекнуть, но все равно я все еще пленник. Сейчас я хорошо вижу, несомненно, что у мертвых и пленных нет ни друзей, ни родственников, ведь они оставляют меня из-за серебра и золота. Мне жаль себя, но еще больше жаль моих людей, которые после моей смерти будут обесчещены историей, ведь я так долго остаюсь пленником. Эти стихи, как вы уже поняли, Ричард «Львиное сердце» написал в тюрьме. Вот. Ну, поаплодируем Ричарду. Итак, ну а мы продолжаем. И следующее состязание, это у нас состязание рыцарей искренней верности. Это состязание исполнителей, то есть, которые берут чьи-то стихи, чью-то музыку и сами их исполняют. Итак, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на эту сцену Александра Кузьминова, представителя ордена «Красные розы» с клуба «Музыкальная СК». Александр, извините. Выключите, пожалуйста, кондиционер, потому что кого-то здесь сдувает. Уже с первых рядов. Вот, вот. Да. Привязать надо. Вчера был день добрый, смешон. Бабье лето приодел, будто в гости шел. Были листья по воде красно-желтые. Ах, какой вчера был день в небе шелковом. И сидел на лавке дед, солнцу щурится. Сумасшедший этот день, бела улица. И купались воробьи в лужах голубых, а на набережной хлен липу полюбил. Осень, но паутинками сад просит не забывать чудеса. Лето, когда согрета была лучами в траве роса. Лето, когда согрета была лучами в траве роса. И кружилась голова недоверчиво,
Я как мальчик ликовал, будто перчивый. На перше мечты сидел, глаз открыть не мог. Ах, какой вчера был день, не забыть его. Потемнело небо вдруг, стихло все окрест. Ветер к вечеру подул, закачался шест. То вело мечту к воде, а то в звезды костер. Ах, какой вчера был день, добр и хитер. Осень, но паутинками сад просит не забывать чудеса лета, когда согрета была лучами в траве. Роса лета, когда согрета была лучами в траве. Роса. Разгадал я хитрость ту и пошел домой, а заветную мечту захватил с собой. Как-нибудь устав от дел ночью до утра, вспоминать я буду день тот, что был вчера. Как-нибудь устав от дел ночью до утра, вспоминать я буду день тот, что был вчера. Тот, что был вчера. Митяева, которая называется «Посвящение Стивенсону». Именно Эрик прошлым летом мне напомнил о существовании этой замечательной песни-легенды, песни очарования, и любезно пошел мне навстречу, значит, в плане инструментальной аранжировки. Лягушата, не робей! Все я кращу впереди. Обман вполне оплачен и оправдан. И очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачной, сквозь ветви яблок в белых лепестках не разглядеть, и надо однозначно читать, что пишет автор на листках. А он напишет про все на свете, про совпадение из наших снов. И мы поверим совсем как дети, как в наваждение, в порядок слов. Запахнет морем и эвкалиптом, густым настоем индейских трав. Ах, как же сладко читать запоем, покой за эхо и сон отдав. И так она, жена давно чужая, плывет с другим к далеким берегам. И новый свет корабль принимая, не знает, кто прибудет по следам. Угрюмым утром, больной и слабый, и что случится, не угадать. Ему плечится и вечной славы у всех шотландцев не обнимать. А он в коросте или в лихорадке, превозмогая сезон дождей, все что-то пишет в своей тетрадке про честь и храбрость цветных вождей. И вот погода
дождь на крышу сыпал, из ожидания, как из сундука. Вдруг буквой «Ай» костыль у флейта выпал, а вместе с ним и книга на века. А по-другому и не бывает, из настоящей своей беды выходят сказки, в которых тает чужое горе, как будто льды. И не мешайте ему скитаться и заблуждаться на всякий счет. Когда допишет, то может статься, что так и в жизни произойдет. Распустит ночь серебряную пряжу, и нитями на волны упадет. Она придет по утреннему пляжу, оставив дом, сама к нему придет. А что греховно и что духовно, запишет кто-то, не нам судить. В реестре судеб, но в девять ровно он их в тупо соединит. Сцену второго представителя ордена Красной Розы под ваши бурные аплодисменты Вадима Елисеева. Виктор Берковский, стихи Эдуарда Багрицкого, контрабандисты. По звездам пророчит шаланду, три гнеха в Одессу везут контрабанду. Над правым бортом, что над пропастью вырос, пьянаки ставраки, мимо пацаны раз. А ветер как гибнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под сводкой днище, чтоб волны гудели, чтоб мачта скрипела. Доброе дело, хорошее дело.
вторую песню поможет мне исполнить наш клуб «Музыкальная среда». Вадим и Валерий Мещуки уплывают по доходу. Чуть-чуть гитару побольше сделайте, пожалуйста. Тени за спиной.
раскачивая тени за Сейчас я приглашаю на эту сцену представителя ордена «Белые розы» клуба «Меридиан» Александра Дядина под ваши бурные аплодисменты. Мне 10 дней перед этим говорили, ты едешь как автор. Часа полтора назад я узнал, что ты исполнитель. Александр Сафронов, Шухрат Хусаинов. Печальная песня. Печаль прозрачная дождей на город падает, и ничего уже не греет и не радует. Свернулся ветер за трубой, кривя прокушенной губой, а мы теперь навряд ли встретимся с тобой. И прорастает пустотой зерно беспечности. И что такое мы с тобой в сравнении с вечностью? Пускай мальчишки рвутся в бой, гонясь за призрачной судьбой, а мы теперь навряд ли встретимся с тобой. Пускай мальчишки рвутся в бой, гонясь за призрачной судьбой, а мы теперь навряд ли встретимся с тобой. Как больно пальцы обожгло заветной визою, и стюардесса улыбнется Моной Лизою. И человеческий прибой прорежет злой турбинный вой, а мы теперь навряд ли встретимся с тобой. И человеческий прибой прорежет злой турбинный вой, а мы теперь навряд ли встретимся с тобой. Не по любви твое с чужбиною венчание, у наших писем будут лживы окончания. Где между строк тупая боль и край озерный голубой, где мы уже навряд ли встретимся с тобой. Где между строк тупая боль и край озерный голубой, где мы уже навряд ли встретимся. Попросят меня мужчины, я буду продолжать песню женщины. И, как всегда, все кончается плохо. Поэтому следующая песня... Да-да-да, Леонид Павлович Симаков. Вот хорошо на таких посиделках всегда тот что-то подскажет. «Метелица» навстречу зиме. Не мерещись девица, не мани отрадами, не мешай надеяться маме на меня. Грудь моя оденется родными наградами.
Венера подарит мне белого коня. Ты неси, мой конь, меня за мою околицу, где так сладко колятся травы на лугах, где меня мочоночку ты драла за челочку, чтоб не дал мне пчёночку на твоих ногах. Ноги твои белые, что же вы наделали? Каблучки надели вы и меня терзать. Помню, в час полуночи, поцелуй будучи, был я будто будущий вашей новый зять. Помню, я на Ямский лес нас тогда попутал бес. Прыгнул он пургой с небес, землю замело. От пурги метелицы мы в обнимку с девицей спрятались под деревце, стало нам тепло. Все собаки лучшие нас искали, мучались. Местные тимуровцы шастали везде. Под снегами жгучими вилами нащупали нас под полушубками на десятый день. Шею твою я беду, губы волчьи ягоды, целовать бы надо бы, целовать бы в кровь. На заре розовой, в бирюзе березовой, на морозе мерзали бы, кабы не любовь. Кабы не была луна, знала бы луна одна, отчего не холодно с милою сосны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в детках до весны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в детках до весны. Александр Ардянин! Ну и я приглашаю на эту сцену рыцарицу искренней верности Елену Куликову. Под ваши бурные аплодисменты! А я приглашаю мне помочь Александра Дядина обратно. Дядин. Первое «Д». 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 Так надо это самое говорить, что сами так понятно. Почему? I love you. I love you too. Есть гитарка, да? Вячеслав Ковалев. Тоже член клуба «Меридиан», как же без него. Начну с нуля. Наверное, я сам виноват, что так все получилось. Не заслужил наград и денег не скопил. А все, что говорил не в попад, давно уже забылось, как чей-то плач среди заброшенных могил. Но придет весна, прилетят грачи и поманит вдаль быком электричка. А за тысячу лет не таких чудаков по себе носила эта земля. Мне хотят помочь, мне дадут взаймы, но оставшись верным старой привычке, в который раз опять начну с нуля. В который раз опять начну с нуля. Все говорят, умней надо быть, так это ж все понятно. Ведь собственную плоть стихом мне накормить. Я тоже попытался схитрить, да повернул обратно. Уж если не дано, за что ж тогда судить? Я иду своей запрещенной тропой. Слава Богу, гитара пока еще строит. Значит, можно сражаться со злой волной, беззаботные дни отложить на потом. Хоть я слышал не раз от друзей и врагов, что в чьей-то выделке явно не стоит. Однако не жалею ни о чем, все равно я не
жалею ни о чем. Казалось бы, что проще, чем плыть по сильному течению, и весла не нужны, и скорость велика. Спокойствием своим дорожить, не ведая сомнений, величественный взор кидать на берега. Путь верный, но чужой, мне как-то не по нраву. Возьму, что мне давно по праву, и уйду в ту страну, где найду и любовь, и покой. Но придет весна, прилетят грачи и помолит вдаль гудкова ретрита, а за тысячи лет не таких чудаков на себе носила эта земля. Мне хотят помочь, мне дадут взаймы, но оставшись верны в старой привычке, в которой раз опять начну с нуля. В которой раз опять начну с нуля. В которой раз опять начну с нуля. Наташа, Сережа, Света. Сейчас мы как грянем. И ловим, Саш, мы всегда поехали. Мне кажется, что гитару не слышно. Очень хорошо. Раз, два. У нас девушки получили все в серединке, ну а мужики, как положено. Положено, да. Секьюрити вот подсказывает. Музыка Александра Сафронова, стихи Сергея Каплана. Доброго вечера. Друг мой, тревожится вроде бы нечего. Жизнь начинается с доброго вечера. Кто на восток, кто на запад затылками, с полными наполовину бутылками. Скоро должно расцвести, скоро должно расцвести. С каждой минутой все ближе мы, ближе мы. Втаскивать нынче вчера,
скрізь вище вчора. Все так же по вторникам с 7 вечера, но единственное, что на Васильевском острове. 206-я комната. 206-я комната, как мне верно подсказывает. И все, 19-го. Лена, 19 число. 19-го будет новоселье. Приглашаем всех. Ура! Итак, Елена Куликова. И Мирилья. Которым 19 числа на Васильевском острове в комнате 200 в большом зале состоится новоселье. Итак, друзья, закончено состязание рыцарей искренней верности, то есть композиторов. Пожалуйста, народное жюри. Извините, пожалуйста, исполнители. Пожалуйста, народное жюри, поднимите ваши флажки вверх. Вы два поднимаете? Два поднимать нельзя. Вот те, кто беленький, поверните, чтобы точно поверили. Ага, понятно. Семь красных. Три белых. Итак. Спасибо. Пока счетная комиссия подводит итоги, я приглашаю на эту сцену под ваши бурные аплодисменты представителей Ордена Белой Розы, клуб «Меридиан». Прошу вас. Гитару можете оставить. Представитель Ордена Красная Роза, прошу вас. Видно всех, чтобы микрофоны не мешали, их столько, так много. Да, вы можете сейчас пока фотографировать. Так, и еще два момента. Значит, здесь на столике лежат диски. Если вам кто-то понравился из выступающих, вы всегда можете подойти, ну как всегда, в течение 30 минут после турнира можете подойти и приобрести их. Вот здесь диски представителей обоих клубов. Итак, и еще, на выходе стоит такое корзиночка, такое сооружение небольшое, корзиночка вот такая. Вот. Ну да, она может быть мусорная, да, если так. Вот вы сами наблюдали, видели, какие тяжелые бои сегодня происходили. Многие понесли потери, даже некоторых сдувало сегодня. Вот. Поэтому, если у кого-то есть желание, кто-то очень доволен, или у кого-то есть лишние материальные средства, пожалуйста, вы можете туда положить, они пойдут на помощь пострадавшим. Да, в черный ящик. Итак, а пока я сейчас передам микрофон. Наша счетная комиссия готова? Так, я сейчас передам, сейчас только надо его вытащить отсюда. Передам микрофон. Меридиан 38.
Итак, еще раз, я пропустил. Громко. Музыкальная среда, 32 балла. 38. Итак, музыкальная среда, 32 балла еще раз. И Меридиан, 38 баллов. Таким образом, клуб Меридиан у нас побеждает и проходит в полуфинал. Сегодня третий поединок, и я напоминаю, что сегодня состязание группы С. Так вот, группа С в полуфинале встречается с группой А, то есть победителями в группе А. Победителями в группе А стали представители Санкт-Петербургской общественной организации по сохранению и развитию музыкально-поэтической культуры клуб песни «Восток». И, соответственно, 12 ноября они встретятся с победителями в группе С с клубом «Меридиан». Вот. А еще одно. Вы на входе получили все такие флаерсы, да, замечательные. Вот. Так вот, там информация о следующем турнире. Последний четвертьфинал у нас состоится 29 октября. Но только обратите внимание, на флаерсах написано в 16:00, но по техническим причинам он будет в 17:00, на час позже. Имейте это в виду. Приходите, пожалуйста, всех вас ждем. И самое главное, по старой доброй традиции, зародившейся еще в 12 веке, участники турниров обменивались заранее приготовленными друг для друга подарками. Да. Так что вы можете, друзья, сделать то же самое. Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты. А обменивались они в знак того, что состязание происходит только благодаря и во имя чистого искусства. Итак, друзья, спасибо всем, кто сегодня был здесь, кто наблюдал это действие, кто болел. Флажки, уважаемые народные жюри, оставьте на местах, мы их заберем. Бутоньерки прошу сдать. А всем всего доброго, здоровья, счастья, любви, мира и добра. До новых встреч, друзья.